человек, который сейчас работает грузчиком, забрал вот этого голодранца из Крыма, потому что я попросила его об этом. Сядьте. Микрофон, девушки, дайте. Невест пришел себе искать на своей разбитой большой машине. Но поздравляю тебя, дорогой. Ты счастлив? Мужчина, отойдите от меня, пожалуйста. Попроси кого-нибудь, чтобы тебе принесли одежду. Отойдите от меня. Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Елена Ярославна и еще одна Елена. А жених у нас Сергей. Добрый вечер. Какой вы робкий, подходите. Не бойтесь меня. Вот теперь на место. Сергей, 47 лет. Супруга на время оставила ему общего сына, а сама навсегда уехала в Америку. Сергей – генеральный директор компании в сфере легкой промышленности. Любит активные виды спорта и учится играть на гитаре. Гордится своей благотворительной деятельностью, признается, что любит царить деньгами. Сергей хочет видеть рядом с собой счастливую женщину, поэтому запретит своей избраннице ходить на работу. В качестве претенденток на роль жены рассматривает привлекательных брюнеток с аппетитными формами, которые могут позволить себе такую роскошь, как материнство. Меня, конечно, впечатлила фраза «любит царить деньгами». Сорите, пожалуйста. Нет, это было в прошлом. Сейчас это, конечно, я так не поступаю. Да, Роза, не надо сейчас раздербанивать цветы и искать там купюры. Спасибо, очень приятно. Оригинальные такие букеты, прекрасные. Идеальный мужчина, по-моему, вообще. Я согласна. Да? Да. А почему ваша жена уехала в Америку? Ну, это было уже давно, это было 12 лет назад. То есть вы сначала развелись, потом она уехала? Да, конечно. А она вас бросила или вы ее? Ну, это, наверное, совместное решение, потому что мы год прожили вместе, прожили... Ну, в общем-то, достаточно хорошо, но вот этот семейный быт, к сожалению, разрушил наши отношения. Очень интересный мужчина, мне понравился. Такая, да? Добрые глаза. А давай сразу посмотрим, что в доме. Я живу в центре Москвы, это большая квартира, здесь холл, первый этаж, второй этаж – это спальня и кабинет. Я неприхотлив в быту, дома бываю, к сожалению, редко. Но могу приготовить себе сам. Я в свободное время люблю путешествовать. Часто это делаю на своей машине. Выезжаю в другие города. Машина большая, удобная. Места хватит не только для моей избранницы, но, надеюсь, и для наших детей. На этой квартире я бываю крайне редко, потому что в основном занимаюсь бизнесом. Если эти условия нас не устроят, мы могли бы переехать в более комфортабельную квартиру. Здесь большая кровать для того, чтобы мы вместе могли проводить вечера. Скучно нам не будет, поэтому мы сможем всегда здесь очень уютно, хорошо располагаться. Ванна, джакузи и большая кровать. Что еще надо для счастья? А у вас только две или еще есть квартиры? Есть. Вот даже у меня 5 написано. Ну, это... Написано, это ваши, все ваши данные. Очень приятно, да? Да, так. Поборемся за него, Ирина. Я думаю, стоит. Долго горевали, прежде чем встретить свою еще одну большую любовь? 2 года. С новой своей девушкой, которой я познакомился, в общем-то, мы сперва встречались, потом мы жили, тоже не назвать, конечно, семейной жизнью, но совместно мы прожили 12 лет, не заключив брака. Игорь был с вами? Игорь был со мной, он до 10 лет жил с мамой, а потом уже после 10 лет он уже стал жить со мной. Мальчишка симпатичный, да? И сын такой приятный, вообще, да? Папаня лапочка. Такой хороший, да. Я думаю, у вашей детки должны поладить. Почему не женились? Почему детей не завели? Большой срок. Ну, сейчас могу сказать, что это, конечно, моя ошибка, и... Скажем, осознал ее только тогда, когда мы расстались. А она настаивала на ребенке? Она хотела его. А что за причина была? Вы уже были в достатке вполне. Ну, во-первых, наверное, повлияло то, что у меня Игорь был со мной. Она не смогла принять активное участие вот в воспитании его. Вот о чем я вас его. И спрашиваю, да. Поэтому он, как я, получается, разорвался на 2 семьи. То есть в одной семье у меня Игорь, а в другой семье у меня... Любовь. С которой я хотел жить. Очень солидный мужчина. Положительный и серьезный. Ярославна, тебе очень подходит. Валерий, я вот на вас смотрю. А вы случайно не были у нас на программе?
Бывал и неоднократно. Только я был с другой прической, в другой одежде. А у нас видео есть. Я бы тоже хотел вспомнить вас. Валерий, а вы потомок какого княжеского рода? Я потомок старинного рода, которому 1200 лет. Княжеская фамилия Дмитриев. Это прямые потомки князя Рюрика, основателя династии первых русских царей. А с кем вы пришли на этот раз? На этот раз я пришел со своей юной помощницей, графиней Натальей Дебрайт. Добрый день. Я женился на ней, на этой девушке. В результате. А я и ведь тогда заподозрила еще вот эти все ваши нежные отношения, то, как вы ее опекали, вполне себе девушку заурядной внешности, никаких способностей, но вы ее так здесь нам рекламировали, ну просто принцесса Диана. Спокойно, мужчина. А я-то сразу ты не узнала, что это такое, на него же наводили камеру. Вы в результате на ней женились, у вас дети родились? Нет. Я хотел, но она сказала, ход конем был, что я еще молодая, сделай карьеру. И я начал делать ей карьеру. Она не только петь начала, она начала, девушка, которая не могла пробежать 100 метров без отдышки, она начала заниматься карате, боксом, естественно, я ее научил. Потому что, когда беретесь простых, а внушаете ей то, что она королевишна, это всегда заканчивается одним и тем же. Он меня выставляет бездарностью, что я сама не могла ничего сделать. Все он. Сейчас вот это мне не очень нравится. Нашелся кто-то старше меня и кто-то побогаче. Может быть, она гонит по поводу того, что он богатый? Может быть, он ее обманул, задурил? Да нет. Я просто наткнулся на видео в Америке. Вы сейчас один или у вас кто-то есть? Или новое выращиваете? Нет, никого нет. Да, надо же вот. Кому-то везет, кому-то не везет в жизни. Сергей, да. А ваша избранница должна работать? Нет. Конечно, не тунеядка нужна, а девушка, которая находится с тобой рядом, ну, если не 24 часа, конечно, хорошо, да, но, по крайней мере, столько, сколько возможно. А вы тоже быть не будете вместе в это время работать? Я буду работать, но я говорю, столько, она сколько что возможно. Будет, любименькие, а она будет что делать вот в то время, когда вы работаете, зарабатываете денежки, а она будет что делать? А чего? Там 5 квартир, Лариса, замучаешься убираться. А я бы что, прислуги его не заметила. Что он хочет прислугу-то, ему нужно... Или сама она будет убираться. Прислуга-то будет? Нет, прислуга. Я сейчас живет, держу на сохранении в больнице, пользуясь случаем. Человек, который сейчас работает грузчиком, забрал вот этого голодранца из Крыма, потому что я попросила его об этом. Так, подождите, вернитесь, идите вернитесь сюда. Девушка. И то же самое. Нифига себе. Вот поворот. Пиарчика хотели. Сядьте, пожалуйста, сюда. Кошечка, вот, как поближе, вас зовут? Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Ольга. Вот этот прекрасный молодой человек, с которым мы сейчас проживаем на течение пяти месяцев уже вместе, он прекрасно знает, что я лежу в больнице в положении. Этот молодой человек тоже знает на сохранении. И они, пользуясь случаем, приехали сюда, так сказать, распиариться. Ну это вообще, я в шоке сейчас. Ничего нахожусь. Себе, какая интрига. Ничего себе, какой поворот. Вот это да. Вот это повезло. Вот это повезло, так вот это приехали замуж выходить. Работает он сейчас грузчиком, а не тем, кем он рассказывает. И эти 5 квартир убирает не уборщица, а 2 из них и 3 я. Вот та самая, в которой джакузи. Поэтому вот тут невест пришел себе искать на своей разбитой большой машине. Но поздравляю тебя, дорогой. Ты счастлив? Это правда? Да нет, половина, конечно, неправда. И вы действительно беременная? Да. И вы в официальном браке? Нет, мы сейчас не в официальном браке, но я сделала ему предложение, и мы ходим сейчас с кольцами, ходили до сегодняшнего дня, потому что считалось, что мы обручены, как он всем рассказывал. Все его друзья об этом знают, нас Игорь, все поздравляли. Игорь, а вы знаете Ольгу? Я знаю Ольгу, да. Это действительно так, как Ольга сейчас рассказывает? Нет. А что? Расскажите. Что не так? Ну, я хочу заметить то, что я не знал никакой беременности. И я никак не думал, то, что они как бы вместе находятся. Я так и не поняла, это чья это подруга-то? Я тоже никак понять не могу. Или это сына, или это жениха, подруга. Это тогда вообще... А мы тогда зачем здесь? Ты пришел искать новую невесту, которая будет тебе детей рожать, вроде в свою нынешнюю уже с ребенком в больнице. А сколько у вас сейчас срок какой? У меня год, господи, год, извините, 4 недели и 5 дней. Сколько вам лет?
28. У вас есть дети? Да, у меня есть ребенок, ей 8 лет, она живет в Крыму. А почему в Крыму, почему не с вами? Потому что она сейчас у меня живет в Крыму, потому что я живу сейчас вот этим молодым человеком. И так очень тесно общаюсь с его всей семьей. Прожил с девушкой и не расписался с ней. Ну, это была не его девушка была, Наташа. У нас будет все по-другому. Сергей, я честно хочу вам сказать, дорогие зрители, для меня это абсолютно не рояль. Для меня тоже большой шок. Я не знала об этом, то есть для меня это называется «здесь и сейчас». Так, а по поводу голодранца Валерия, что у вас за зуб такой? Валера у нас 2 года провел в тюрьме, что ж ты об этом не расскажешь? Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Это же не просто так сказали. Его в шлепанцах, в шортах забрали домой. Он живет сейчас в той самой двухкомнатной квартире с джакузи, потому что я уговаривала Сергея не оставлять его на улице. И вот мне чем это обошлось. За что можно сидеть? Сказать, нужно. Про какую тюрьму ты говоришь? А ты же сам пожалуйста. Говорил, что это ты раз. Сидел. Во-вторых, а не надо ли сказать, что ты жизнь самоубийством пыталась покончить? И ты пытаешься вот этого человека, богатого, на разбитой это машине, ты считаешь, вернуть что он себе. Богатый, он нормальный. С крыши ты не прыгала в Белоруссии? И тебя не оставили ли там? Нет, меня там оставлял, потому что Сергей видит то, что я хочу его остановить. Про какую тюрьму? Самое главное, мы такие сидим и говорим, у Лысого психологическая травма, его не берем. А психологическая травма в другом месте. В другом месте, вот видишь, собака так не заразила. Нет, мы не разбираемся в людях. Мы опять не разбираемся в людях. Ты вот сейчас меня оскорбила, может быть, в суд подать надо? Если я тебя оскорбила, приношу свои извинения. Ты сам сказал, что ты на два года сел и посидел, подумал. Ты назвала меня голодранцем, за что? Сереж, ты чего добивался всем этим? Нет. Подожди, ты уже сюда. А по пляжу вчера, я должен был в шуме ходить. Когда ты ко мне пришел в больницу и сказал, что у нас нормальные отношения, почему ты мне не сказал, что ты идешь на съемки? Мы с тобой это обсуждали. Давайте я скажу, наверное. Конечно. Нет, так, ну, давайте. Нет. А мы что, с тюрьмы съехали? Нет. Если она голословно говорит про этого человека, что он сидел в тюрьме, так может она и не беременная вовсе. Мы знакомы 4 месяца. Мы общались летом. И первоначально у нас отношения складываются так, что я знакомлюсь для того, чтобы у меня была жена. Но, к сожалению, опять-таки все рушится в данном случае о претензии. Какие требования вам выдвигает Ольга? Ну, изначально это финансовые, конечно. Первое, это у меня нету этого, нету этого. По поводу этого финансовых требований. То есть, когда я сказала, я понимаю, что, может быть, ты недостаточно зарабатываешь деньги, может быть, я пойду на работу, и, в принципе, нет с этим проблем. Он мне сказал, хорошо, моя женщина не должна работать, но, тем не менее, денег он мне дает. Когда мне нужно было что-то купить, там на маникюр, на педикюр, я у него прошу деньги, ну да почему я должен тебе давать? То есть были такие вопросы. Ну, если можно, ой, не знаю, я маникюр делаю в машине, все-таки я тогда скажу, сейчас, да, работа, потому что которая вот эти сейчас, слова, Сергей, они будут продолжаться очень долго. Скажите, пожалуйста, Сергей работает грузчиком, действительно? Ну, это я утрировала, но тактически можно сказать так. Вы утрировали, что Валерий сидел в тюрьме, это, что Сергей работает... В этом я, скорее всего, ошиблась. Я неправильно интерпретировала слова Валеры, что он сказал, сел на 2 года подумать. Я вам желаю здоровья, Оль, и чтобы у вас все сложилось, будет прерывание беременности? Я на сегодня должна была быть на этой операции, и я весь день названивала, чтобы спросить, что мне делать, мы сохраняем ребенка или нет. Надо ли тебе такое добро? Мы посмотрим, мы еще посмотрим. А можно я добавлю? Дело-то в том, что Ольга свободная девушка, и у нее есть другие отношения. И Сергей, это я вам скажу по секрету, но уже нет никакого секрета, не уверен, что этот ребенок от него. Потому что у Ольги были свободны. Давайте мы у жениха спросим. Вы-то что, прерывать ей беременность или нет? Ну, если ребенок не его. Нет, ну подождите, давайте так. Я, во-первых, не знаю про этот. Вот, я о том, что у ней плохое самочувствие, я это слышал 2-3 скажите, недели пожалуйста, назад. Скажите, пожалуйста, секундочку. То, что тест на беременность, давайте так, ребят, видела, я терпеть говорила, не могу я разводы. Оль, я терпеть не могу. В какой больнице вы сейчас? На Сокольниках. Какой там адрес? У нас через дом. Я прямо сейчас попрошу редакторов, чтобы они позвонили в эту клинику. Да, как? Она, интересно, прознала про все, про это. Ну, а как это элементарно, если с человеком живешь, как-то прознаешь? Так она с ним на данный момент тоже живет? Ну, она сказала в микрофон, что она живет сейчас с ним. Пройдите, пожалуйста, с Ольгой в одну из комнат, да? Возьмите все данные, у вас есть целый час, пока идет программа, для того, чтобы узнать, правда это или нет. Пожалуйста, проходите.
Я вам желаю, чтобы сегодня во время программы все прояснилось, выяснилось, чтобы вы все-таки ушли с достойной женщиной, которая понравится нам и вам. Роза? Ой, я прям так обрадовалась, думаю, вот отечественный олигарх пришел. Ну, я нисколько не сомневаюсь, ну, что, так, может быть, нет, вы отечественный олигарх. Как говорится, ну что, 5 квартир, вы счет машинам своим даже забыли. Я думаю, вот я-то про свою ласточку помню, вот как про нее не помнить? А у него их, наверное, 100 раз не помнят. А в понятии молодых женщин, которые хотят все и сразу, угу, если у него 5 квартир, он обязательно должен поделиться. Обязательно. Ну, как... Если не делится, значит, все, будут обвинения самые разные. Что ты дворник, и что ты грузчик, и что ты голодранец, и что ты сволочь, и сидел в тюрьме, все что угодно. Потому что не поделился. Да голодранец несчастный. Все, не надо вообще о нем думать. Он недостоин тебе. Леночка, ты же такая красотка. У тебя будет намного больше состоятельных, красивых мужчин. Да сказать можно все, что угодно. Короче говоря, мы там все выясним, да? Я проверю то же самое, чтобы у нас это, ну, все-таки свидетельство. В собственности же у нас квартира-то. Ну, частично моей. Машины, я хотите, я сама посчитаю, не волнуйтесь, я вам порядок наведу. К чему говорю? К тому, что, ну, как говорится, вот так у нас получилось, невесты пришли, ну и вот что как есть, как говорится, будем выбирать. Василиса, без твоего собственного умозаключения и взгляда, по звездам, аферист Сергей или человек порядочный? Я бы сказала, что у Сергея есть тайны, припрятанные за душой, но самая большая, пожалуй, проблема Сергея в том, что в нем у вас очень большой компонент воздушной стихии. Вы не чувствуете своего возраста, вы чувствуете себя молодым. Вы хотите поэтому и женщину молодую рядом видеть, вы хотите общаться, вы хотите постоянно находиться в гуще каких-то событий. Вам правда хочется, чтобы было живо и не скучно все время? Тогда чеховская душечка. Вы будете зарабатывать, а она будет любить, прыгать, скакать, музицировать. Ты думаешь, мужчине к 50 годам достаточно вот именно прямо душечки? Он хочет, а что мне делать? Он хочет, нехай получит. Не, ну женщины, конечно, склонны, тем более, будучи беременной, если она беременна, конечно. Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. Проходите, знакомьтесь с первой невестой. Привет, меня зовут Ярославна. Это означает солнце. С моим появлением всегда вокруг больше солнца. Я думаю, что это то, что тебе нужно. Спасибо. Это тебе. Я надеюсь, мы с тобой пообщаемся поближе и узнаем друг друга. Еще спасибо. Ярославна, 40 лет. По образованию экономист. Работает старшим администратором в медицинском центре красоты и здоровья. Гордится титулом «Мисс Калининград». Первый муж Ярославны потерял бизнес и впал в депрессию. Второй оказался аферистом. Надеется, что с Сергеем ей повезет. О, здрасте. Ну, я надеюсь, без сюрпризов, да, девочки? Мы тоже очень надеемся. Да? Не отбила охоту-то замуж выходить? Ну, немножечко такое. А что же вы так пасуете перед трудностями? Может быть, сегодня все самое плохое закончится на этой программе, непонятно, а дальше будет только тишь да гладь? Ну, ведь у каждого же человека что-то было в прошлом. Угу. Надо ведь в настоящем роскошный букет цветов какие-то, я смотрю, тортики. Это на самом деле я хотела бы сделать небольшой подарок для ведущих сначала. Мы на большой согласны. Я из янтарного края. Янтарь – это Калининград. Да, это камень солнца. А что это? И черепашки такие. Ой, какие хорошие. Спасибо. Какая прелесть. Миленькая. Да. Достойная соперница. Достойная. А вообще нам не соперница. А кто торт делал? Сама делала торт. Я очень люблю готовить. И это одно из моих фирменных блюд. Ой, ну давай уже, как обычно, да, принеси. Потому что мы на таких нервах. Просто организм требует глюкозы. Да. Красивая такая, да? Очень красивая. Итак, Ярославна, вы расстались со своим мужем из-за потери его бизнеса или из-за его депрессии? Когда случились очень большие проблемы, человек как-то не смог справиться с этим. И начал превращаться в другого человека абсолютно, которого я
перестала узнавать даже на каком-то этапе. А дай сначала невесте попробовать кусочек, а то вдруг там какой-нибудь сюрприз. Слушай, а ведь ты права. Угу. Так. А то мы как-то едим все подряд, что нам дарят. А знаешь, уже начинаешь... Вот именно конкретно сегодня как-то... Да, как-то меня уже сегодня это пугает. Ну-ка, откусите-ка себе. Не, да. Это я жениху отнесу. Да, нет уж. Мне давай. Ест. Нормуль. Так, ладно. Вообще конкуренции нет. Ты полностью, в принципе, подходишь под его типаж. Под девушку его мечты. Только я не знаю, но мне кажется, что он тебя вообще не достоин. Почему вдруг он запил? Почему... Он еще играл в казино. И деньги были немножечко такие шальные. Как выяснилось, что он немножко занимался не очень таким... Ну, понятно. И на эти шальные деньги покупал вам дорогие подарки, которые вы впоследствии продавали, чтобы выжить. Да. Самое ужасное, это когда приходится продавать свои подарки. Ой, а потом вам повезло еще больше, в кавычках, естественно, потому что вы встретили афериста. Да, ну, так получилось, что молодой человек приехал в Калининград к другу на день рождения. И обменялись телефонами, и у нас началось такое общение на расстоянии. Мы познакомились поближе, начали ездить друг к другу в гости. А потом на каком-то этапе он мне говорит: ты знаешь, я опоздала на самолет, у меня тут что-то карточка не проходит. Ты купи мне билет, а я тебе потом отдам. Никакого звоночка внутри, ничего, не было. Но, понимаете, когда очень хочешь семьи... Ничего этого стараешься не видеть. Потом он приехал ко мне в отпуск, в свой. И так как-то освоился в роли мужа и отца моего ребенка. Он переходил границы до такой степени, что ребенок убегал из дома? Мало того, за непочищенные зубы он его ударил. При вас? Да. Сам остался с зубами или без после этого? Я не знаю, вот это вот. У меня прямо я такая спокойная, Ипполит, спокойно. Сейчас а все. А что спокойно? Сразу в зубы я, надо я было я при ему. Ребенке, понимаете, тут такая ситуация. Мой сын так вот, он не знает, как реагировать. Я... А вы не выгнали? Он же выгнала, конечно. Такая красивая, ей не повезло. Да, и вот один такой, второй, ну, тоже. Пришла сюда, найдет свое счастье. Ярослава, а вас ничего не смущает вообще в ситуации? Может, какие-то вопросы зададите со своей стороны? Не, ну, конечно, меня смущает эта ситуация, которая раскрылась. А что вас смущает? Ну, что у вас есть девушка, которая ждет от вас ребенка. Это, конечно. Нет, вот еще поди знаем, подождите, в конце вы еще программы не знаете узнаем. Этой ситуации. Извините. Это, во-первых, я еще не знаю, а вы уже знаете. Вы понимаете, в чем дело? Оно ведь дыма без огня не бывает. Это вот такая спокойная, блеска в глазах совершенно нет, никакой энергетики, чтобы привлекало мужчину, на мой взгляд. Мне кажется, что сегодня было достаточно скелетов в шкафу, поэтому я предлагаю отменить все опции. Сюрприз покажите. Дорогой Сергей, независимо от того, как сложится сегодняшний вечер дальше, независимо от того, как увидимся мы с тобой еще или нет, скорее всего, я думаю, что это будет положительный. Ну, я надеюсь, в Москве это будет. Я бы хотела какую-то память о себе все-таки оставить и ручной работой подарить тебе вот такую... куклу, которая... Себя. Вуду, что ли? Ой, как здорово! Ну что же вы такое говорите? Это кукла, в которую иголки, что ли, запихивают? На! Колдовская какая-то. Спасибо большое. Прекрасный подарок. Спасибо. Если это вышло. Пожалуйста, и видно, что готовились, и адресно, и очень приятно. Спасибо, девочки, забирайте цветы, проходите в свою комнату. Не боитесь? Платье, бусы. Это же сигнал мужчине, я твоя куколка. Игоречек. Что, малыш, загрустил? Да, мне очень интересно, не загрустил. Вам понравилось, Ярославна? Да, милая женщина. Валерий? Ну, если она сразу начала с того, что спрашивать про Ольгу, хотя она понимала о том, что это дым без огня, она не уверена в себе. Когда это была не уверена в себе вообще? Всегда была уверена в себе. Зачем? Глупости они так какие-то. Говорят какие-то глупости. Да это Валера, это он просто... В себе не уверен. Валера не разбирается в людях. Как вам? Мне понравилась эта девушка. Она, я думаю, достаточно искренне рассказала о себе. Конечно, очень много каких-то тайн у женщин лет, тоже бывает. 40 лет навряд ли будет урожать. Я не заметил 40.
Да, выглядит молодо. Я вижу, что это молодая, красивая. Я думаю, что даже очень активная. Вот. Она мне понравилась. Я вообще нормальный мужик поедет на программу «Давай поженимся». Поедет. Ну, конечно. Я видела очень симпатичного здесь одного. Ярослав. Я хотела звонить немедленно. Да мне 15 подружек позвонило в этот эфир. Роза? Я тоже не против. Почему? Пускай женщина в 40 лет хоть немножечко счастья приобретут семейного. Вы не худший вариант, собственно говоря. Готовит, кстати, вкусно. Да, подружки очаровательные. Пришла с тортиком. Василису накормила в кое веки. Да? Хорошая, хорошая девушка. На самом деле, она из тех редких женщин, кому нужен мужчина-ровесник или даже, может быть, моложе нее. То есть нужен мужчина, который будет смотреть на нее снизу вверх, как будто она чуть-чуть на пьедестале, искренне обожать, и она будет ему помогать. Не похоже, что вы даже при всей вашей легкости готовы на эту роль пойти. Знакомьтесь со следующей невестой. Здравствуй, Сережа, я Лена. Здравствуй. Я приятно с тобой познакомиться. Надеюсь, мы сможем с тобой пообщаться. Спасибо. И узнать друг друга поближе. Пойдем, знакомиться. Елена, 34 года. По образованию учитель музыки. Работает ассистентом стоматолога. Гордится своими детьми. Мечтает уехать с семьей на необитаемый остров. Признается, что она чересчур доверяет мужчинам. Каждому из своих возлюбленных Елена дарила по дочери. Надеется, что Сергей справится с ролью многодетного отца и любящего мужа. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие ведущие. Мы вам приготовили сувениры с детками. Это мы делали своими руками. Ой, спасибо. Вы ассистент стоматолога. Да. Я сразу заметила, какие у вас зубы. Она жених любит такими формами, да? А подружку в зеленом вы в противовес, чтобы оттеняла, я так понимаю, контраст. Да, позвали? Ну, вам не на контрасте. Очень красивая Елена. Такая эффектная дама. Да, мать троих детей. Не узнаете? Я вот нет. Я узнаю. Это как моя раз. Жена. Я как кто? Раз, я как по раз паспорту. Узнаю. Потому кто? Что... кто? Ну, та самая герцогиня. Это... Но сходство да. же портретное, потрясающее. Вот. Неужели ты не помнишь вот эти вот. Кадры, которые сейчас были? Я женат. А что так плохо выглядит, жена-то? Так, стоп. Жена Елена? Нет. Жена Наталья, моя жена. А, вы зеленая. Да, 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 да. Вы графиня. Худенькая. Да. Я графиня. Да, это я. Ой, здравствуй, я дорогая. Ты не поверите? Вот это да. Вот это поворот, девочки. Да никто везет, не так ожидал. Так вообще, я чувствую, мы сегодня споем. Ну, вы правда так очень изменились. Вы действительно живете в Америке? Я живу в Швейцарии. Еще лучше. Но в видео Швейцарии. Из Америки же я смотрел. Вот. Ну, уважаемые дамы и господа, а скажите, пожалуйста, а это передача о ком? Или кто главная героиня? Ты разговаривать научилась? Главная героиня Елена. Но вы ведь для чего-то пришли сюда? Вы хотите, я чтобы подруга. Я вас не касалась? Нет, нет. А если такие танцы здесь вырисовываются? Я не знал этого. И я не знала. То есть вы пришли на эту программу, ну, судя по всему, нечаянно. Зная, да, кому, кто здесь будет, или не знали? А сейчас вы хотите сказать, я не такая, я вся иная, о ком эта программа? Она тоже, видишь, пришла. Напросилась же она. Вы хотите, чтобы я сегодня рассказала о себе? Да, в двух словах. В двух словах. Я работаю, точнее, я владелица шоурума в Москве. Элитной, модной мужской одежды. Ему 70, да? Валерий, давайте не будем перебивать, давайте я сначала скажу, да? Ой, как у вас по-живому-то, и как глазоньки-то прямо горят. По-живому, Наташа, за что, по что обидели парни? Ну, уважаемая Лариса, как вы думаете, вы бы жили с маньяком сексуальным? Ой, я бы... Три раза сидевшим на зону по изнасилованию малолетки. А замуж выходили... Фиктивно. Фиктивно, чтобы что? Да чтобы что? Нет, ну вот вы выходили замуж фиктивно, чтобы получить российское гражданство. Российское? Или украинское? Я россиянка.
А, что, ну тогда какой смысл был в фиктивном браке? Я вообще не хочу затрагивать эту тему, это личное. Нет, это не личное уже, дорогая моя. Если вы обвиняете человека, вы должны отвечать за свои слова. Ты уже вторая, которая одна сказала, голодранец, ты маньяк. Меня обвиняют. Пока я просто хочу разобраться, ребят. Ну, в конце концов, я что, судья не работаю? У меня прекрасная жизнь, понимаете? Я кайфую. Ага. У меня достаточно много друзей обеспеченных. Ага. Но я не нашла ту половинку, которая... Родители где живут? Мои родители живут в Швейцарии. Уже в Швейцарии? А Мои родители живут в Швейцарии, потому что я достаточно обеспеченная девушка. Ага. А они в Швейцарии, у них какой статус там? Швейцария не принимает. Да, но они живут. У нас все хорошо, и мы не будем об этом рассказывать. Ну как-то не будем. Ну потому что, когда, знаете, говорят, это секрет, это личное, это значит, вы это сплошное вранье. Я неделю назад приехала из Швейцарии. Какой статус у ваших родителей? Швейцария не принимает. Ну просто так, запожить, понимаете? Даже если у вас огромные деньги. Чаплин, его знаменитая фраза, я своей жизнью заслужил для того, чтобы жить в этом городе, в Швейцарии. Доказал и заслужил. Ваши родители там каким образом оказались? Я не хочу вдаваться в подробности. Ты не знаешь, на каком они статусе, Наташа? Вы можете как-то сделать так, что если я говорю, не надо перебивать? Вы можете помолчать, когда я говорю? Вас Наталья зовут? Заткнитесь, пожалуйста. Это очень по-графски. Так вот, Лариса, на чем мы там остановились? Она дерзкая такая? Ну, очень дерзкая, уверенная. Она хамит практически. Только я все равно потеряла нить, не знаю, зачем кто здесь приехал, куда. Она просто как свадебный генерал. Наташа, вы чего-нибудь боитесь в жизни? Мне кажется, я уже ничего не боюсь, потому что я обеспеченная. Вокруг меня постоянно, я нахожусь в центре внимания, но получается так, обеспеченных, хороших мужчин, которые... Не требуют там секса сразу, да? Со мной хотят просто общаться, то, что я есть. Вот такая я есть. Хотят со мной общаться, дарят мне подарки. Но я не хочу жить с таким мужчиной. Вот мне почему через первого мужчину не нашел через интернет? То есть он увидел мои какие-то позитивные фотографии, там я по реке, чудю. Ну, как фрик, да? Через интернет. Он мне написал. Казалось, это человек, который выходит в сотню богатейших людей России. Мне жалко даже эту Елену с Ростова. Угу. Она как громотвод приехала. Лена, что вас связывает с Наташей? Мы знакомы совсем недавно. Дружим. Она в Москве, я в Ростове. Иногда встречаемся в Москве. Поэтому как бы мужчину я не знала, первый раз вижу. У вас трое детей, три девочки. Три девочки. От разных мужчин. Да. Отчаянная вы женщина. С первым там получилось, что его посадили. И он сказал, не жди, ты молодая, красивая, устраивай свою личную жизнь. И тут официально не были замужем? Были. Мы сыграли свадьбу, это все было быстро. Я была молодая. Мне было 16 лет. Молодец. Да, мы все сделали быстро, и очень быстро все это у нас потухло. Второй? Второй у меня старше на 10 лет. Такой мужчина тоже, вот как наши мужчины. В общем, у него не было детей, у него была жена. Он мне сказал, что у меня есть жена, но я на грани развода. И тут же он меня быстро переводит в свою новую квартиру. И я остаюсь у него жить. С женой в это время разводится, и через 3 года у нас рождается ребенок. А вы вместе, все у вас? Да, все было хорошо, но вот единственный его минус, он играл, он проигрывал все. Все. Это бежать тяжело. Закрытыми глазами. Это поэтому я взяла своих деток, да, и приехала к маме. Не планировала никаких отношений, мне это было не нужно. Занималась работой, занималась с детьми, все было очень хорошо. И на одной вечеринке я познакомилась со своим третьим, получается, мужем. Не мой вкус вообще, человек противоположность. И вот меня понесло во все тяжкие. Я вот как-то вот с ним все вместе, и в итоге вот я рождаю... Он был свободный, не женат? Женат, тоже как я женат. Потом узнала. Он скрывал все от меня. Господи, какой кошмар. У всех такие какие-то страшные очень истории. Я даже не знаю. У меня какая-то вообще не страшная история. Да, и как-то слушаешь, знаешь, проникаешься к человеку, и как-то уже хочешь, чтобы у него все было хорошо. Меня вот один эпизод очень удивил, что когда вы засыпали, он на цыпочках уходил к той своей семье. Так ли это было? Да. Он меня убаюкивал дома. А жене говорил, что он на работе, там во вторые-третьи смены работает. И потом он ко мне переехал жить, и уже всем стало известно. А когда вы забеременели? Ой. А он тебя одевает. Извините, не надо. Чтобы не стыдно было. Извините, не надо. Наташа, тебе холодно?
Мужчина, отойдите от меня, пожалуйста. Попроси кого-нибудь, чтобы тебе принесли одежду. Отойдите от меня. Не нервничай. Благородно, Валера, оценила. Молодец. Ой, Валерочка, не переживайте. Я вижу, что у вас давление поднялось. А что ж смешного такого? Может, водички? Какая хорошая актерская игра. Подготовился, милый? И тебя тоже. Я не знал, что ты будешь здесь. Зачем ты сюда пришла? А что там у него наколото на этом, на пальцах-то? Ну вот вы сейчас увидели все, что здесь происходит. Вы мама троих детей. А мало, младшенькая за самые крайние? Полтора? Полтора годика. О, а с кем они? С бабушкой. Скажите, а еще детей хотите? Потому что для Сергея зачем-то еще нужны дети. Дети нужны всегда. Полтинник на носу. Это богатство, что? Это дети, это все. Ну то есть вы готовы рожать? Да, я готова. Если хороший мужчина будет, я готова родить. И в Москву, конечно же, переедете. Конечно. Смелая женщина. Хочет еще детей посмотреть. Да, молодец. У нее уже трое, еще четвертого родить. Это... Да, хочется это... ей себя реализовать еще. А детишек можно ваших посмотреть? А, конечно. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так вот начинается каждое утро. Мы собираемся всей семьей на кухне и завтракаем. Провожаем сестричку в школу. Открывай ротик. Дашенька. У нас семья очень творческая. Мы на каждый праздник готовим подарки, сделанные своими руками. У меня очень много помощниц. Господи, боже мой, как я вам завидую, Лена, что бы в вашей жизни ни происходило. Вот эти три девчонки, которые вам потом родят еще 33 девчонки, вы уже одна не останетесь никогда. Я очень счастливая. Да. А муж должен спасибо помогать? Вам. Должен. Ну, правильно. Наташ, будете отговаривать Лену во Леночка, время? Леночка, ты должна понимать, что этот человек никто. Никто раз это кто? С ним? Ваш муж никто или Сергей? Вы же понимаете, что существует там пословица или еще что-то такое? Что? Скажи, кто? Скажи мне, кто твой кто друг? Твоя жена? Я скажу, кто ты? Лариса! Да. Это никто! Если с ним сидит такой друг, скажите, пожалуйста. Голодранец! Мне кажется, это у них такие сексуальные игры. Не, а у тебя чуть что, сразу сексуальные игры. Есть нормальные люди, которые просто живут. Давай поженимся вашим мобильным. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Вы приготовили сюрприз? Да, приготовила. Покажите. Сереж, поможешь мне? Пойдем. Я хочу с тобой нарядить эту елочку, чтобы она украшала наш дом, наш быт. Прелесть. Сегодня так много игрушек. Теперь сними любую конфетку на елочке, это вот из таких конфеток, и там будет предсказание к следующему году твое. Да. Да. Давайте я помогу открыть. Это на Новый год предсказание? Да. Окружал вас, что поют, а доходы возрастут. Спасибо. Спасибо вам большое. Девочки, забирайте цветы и проходите в свою комнату. А вы знаете, я, Валер, даже где-то внутренне рада. Вот мне хочется сказать, молодец, девочка за всех отомстила. Потому что вы взрослые люди. Берете себе в жены девчонок, которые еще совершенно не понимают. А таких молоденьких очень легко обмануть, наобещав им там чего-то. Я за 5 лет не то, что ни разу ее не изменил, даже не подумал, даже в мыслях, хотя на 3 раза... А зачем, когда рядом с вами вот такой прелестный скелетик? Наверное, ваш вот такой сексуальный тип. Вам зачем изменять-то? Вам куда еще изменять, когда рядом с вами вот такое существо, андрогин? Она отомстила? С ней живет сейчас человек на 20 лет старше меня. Ну какая вам уже разница? Так ты веришь, что у него 5 квартир и машины? Я уже... Или уже это не главное, я в принципе? Уже... А кто тебя обеспечивать будет? Ну, в принципе, ты сама, да? Разберемся. Мы ищем любовь. Сергей, как вам невеста Елена? Ну, мы мало пообщались. Вот, Но для вас даже уже... не успели обменяться словами. Ну, послушайте, да и не важно здесь. Слова у вас было слишком много времени. Роза?
Да не возьмет он Лен с тремя детьми. И Лена тоже, Леночка, вы как-то вернитесь это на грешную землю. Не разбежался ни один. Даже вон олигархи не разбежались при своих деньгах обеспечивать чужих детей. Если... Можно я скажу? Да. Я готова переехать в Москву с детьми. Да, конечно, я тоже в Майами готова. Вот такая старая приехать. Конечно. Для меня нет никаких препятствий. Да, еще бы, конечно, нет. Только возьмут ли, детка моя? У меня прогноз не такой печальный, поэтому, Леночка, вы расслабьтесь, и все еще может быть в вашу пользу. Я тоже очень надеюсь. Что вы очаровательны. Спасибо. Спасибо вам. Звезды что говорят? Елена – это женщина, которая правит любовь. Она действительно очень любит своих мужчин, искренне, полностью, душевно отдается. Наверное, о такой мечтает каждый. Только, к сожалению, в процессе этой любви, а там такой гигантский стеллиум в рыбах. Марс тоже в рыбах. И мужчина на себе выбирает достаточно мутных и темных. И забывает посмотреть, а что же за мужчина рядом, к которому она такое чувство испытывает. Вот то, что эта рыба приплыла сегодня на программу к вам, на самом деле вызывает у меня большой вопрос. Потому что ее изначально тянет не то чтобы к плохим мальчикам, а ее тянет к мужчинам сложным, которые очень мало о себе рассказывают, очень закрытым, очень странным. И то, что она сегодня попала в эту программу, вы понравились, и она выбрала вас и пришла к вам. А разве не такой, приехала... Сергей, не закрытый? Именно. Я и хочу сказать, что уже один ее визит сюда – это доказательство того, что Сергей большой темнило. Красотка вышла такая, вообще всех затмила больше. Вообще таких подобных нет. Так что я думаю, до конца передачи он будет так скучать, и к тебе потом придет. О, милая, можно? Ты будешь моей второй половинкой. А такая, ну я еще подумаю. Знакомьтесь со следующей невестой. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Елена, и надеюсь, наше знакомство продолжится. Добрый день. Давайте я вам подарю этот букет и надеюсь о том, что мы сможем с вами пообщаться и найти общий интерес у нас. Хорошо. Елена, 38 лет. Парикмахер-стилист в салоне красоты, гордится сыновьями. Мечтает встретить своего принца и побывать с ним в Индии. Предупреждает, что не выносит табачный дым. На протяжении 3 лет Елена пыталась научиться не реагировать на то, что у ее мужа есть любовница, но поняла, что эта задача для нее непостижима. Надеется, что Сергей будет дорожить своей семьей. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена прекрасная. Я хотела вам подарить подарки со своей вятской земли. Ага. Это делается только у нас. Ручная работа, глиняные игрушки, дымковская игрушка. Лариса, это вам, это вы. Но это не я, слава богу. Ну, вы очень похожи, бесприданницы. Я? Ну, играли. Вот я с таким лицом... Она на тебя не похожа, Лариса, вообще, не волнуйся. Она ему совершенно не подходит. Не то, что меньше, а совершенно, вообще не подходит ему. Вы не были, расписаны с мужем? Нет, не была расписана. Мы прожили 13 лет. 13 а что лет. Мешало расписаться? Человек был старше меня на 21 год, и я ему доверяла, то есть я жила за ним, как за каменной стеной, и я всегда... Ну, мечтала о белом платье, быть невестой. А почему не позвал? Ну, может, не хотел. Наверное, потому что были еще до этого брак был у него. Но он вас кормил обещаниями хотя бы? Кормил. Сказал, что когда-то будет, попозднее. Хорошо. А как узнали, что у него появилась любовница? Когда он уходил из дома, уезжал в какие-то неопределенные командировки, какие-то... и по человеку видно, по его поведению. Но это были сначала ваши догадки, а потом вы узнали наверняка, да? Да, потом я узнала наверняка, знав, что у нас есть квартира пустующая, его родителей, просто взяла ключ и сходила туда и посмотрела, что там, ну, создан милый, уютный уголок для их встреч. Вот, как сказать, воочию он увидела. Он не отпирался? Ну, он говорил, что это родственница живет тут, студентка с другого города, учится здесь. Но я увидела общие фотографии. Если вы живете вместе, то как минимум вы должны были знать об этой родственнице, правда? Да, то есть для меня это все возмущало. Почему я не знала об этом? Угу. И мужчины... Оправдывался?
Оправдывался. Выяснилось, что действительно студентка, только не родственница, да? Да. Она очень похожа на Ларису Гузееву. Она очень плохая. Значит, у нее была цель понравиться ей, чтобы она ей там гадости да, говорила. Да, похоже. Есть сходство, я заметила. Он ведь не хотел от вас уходить, да? Не хотел. Попросил вас перетерпеть этот роман? Попросил. Ну, 3 года я боролась с собой. 3 года? Да, то есть я понимала, что человек все равно туда ходит. Он все равно туда ходит, но с вами были прежние отношения? Ну, они холодные, они сходили на нет. Ну, хорошо, но секс был хотя бы изредка? Изредка. Ну, то есть все было? Ну, да. А вот тут надо было подлавливать его. Раз сразу и штамп. Хорошо, ходи, ну, штамп поставь. Ну, а потом разбираться уже по-жесткому. А что бы это дало? Ну, что бы это дало? Жить в таком вранье? А что дало? Да ничего. Вот поженились бы, а потом-то вы на правах жены бы встали бы и... И что это бы дало? А потом идти разводиться? Дало бы. За отношения биться надо. Какой у нее мерзкий голос. Какая она противная женщина. Это роза. Это не будет повод для развода. А мне она очень понравилась. А сейчас вас не смущает вот такой скелет в шкафу? Жениха, что есть женщина... На 4 неделе. Ну, мы подождем до конца вы. Программы. Ну, а просто, пока я просто как. Мое мнение, да? Смущает? Я считаю, что в ситуации сначала нужно разобраться. Нет, вас не смущает? А сейчас пока нет. А вот смотрите, она с жених хочет еще детей. И, я конечно, ему будет... Хожу. Сюрприз покажите. А у него глаз загорелся на нее. Да? Видели? На тебя? На нее. На тебя у него еще больше загорелся. Да? Какая прелесть. Вы вышивали? Да. Это же просто... Да. Невозможный труд какой-то. Ну, есть теперь и понятно, чем вы могли бы разбогатеть. А если еще так вышить и бисером сверху? Я попробую. Спасибо вам, девочки. Не забудьте букетик, приходите в комнату. Спасибо. Игорь. Да? Хороший вы мальчик. Забрала бы я вас к себе, но у меня 15-летняя дочь, страшно. Забрала бы я вас от всего этого. Понравилась вам Елена? Елена, да, понравилась. Мне понравилась ее работа очень. Валерий? Ну вот я не буду спрашивать, насколько она ему сильно понравилась по внешним данным, но то, что девушка сказала, что надо разобраться, подождите, не надо верить всему тому, что говорят другие, мне это очень понравилось. Я на ее стороне. Да. Прекрасно. Ура! Он за... Не морочьте голову, Леночки. Жизнь, конечно, хорошая, трудная, да. Сегодня, и все дается с таким преодолением, с такими нервами, с такими затратами каждый день. Поэтому я тоже не очень верю в сказки про Золушек с тремя, с двумя детьми из других городов. Ну, как-то не верится мне. Это не препятствие. Я готова взять детей и приехать к нему в Москву. Это он слабенький просто. Для него это препятствие. Нет, он сильный мужчина. Василиса, что-то мне так грустно, ты знаешь? Ну, Лена, с гороскопической точки зрения, классическая жертва патриархального уклада, который сейчас рухнул в стране, поэтому поддерживать его нет никакой возможности. У нее Марс, с одной стороны, слабая эссенциально, с другой стороны, сильная акцидентально. Что это такое? Выбирает мужчин, по сути, гнилых, плохих, но которые внешне производят впечатление вполне благополучных, добропорядочных. Ну, ты согласна, я думаю, да. Что правильно она все говорит. Да. Накосячила. Сначала надо... Предложение руки и сердца, а потом все остальное. Советуйтесь, мужчины. И мы пока посоветуемся. Есть предложения какие-то, да? Игорь, кто тебе показался более искренне, более та, которая пришла искренне познакомиться и действительно пообщаться? Есть какие-то мнения? Ну, я на стороне третьей, потому что третья была более разумная. Либо третья, либо первая. Угу. Ну, прежде чем я вам что-то посоветую, я все-таки хочу пригласить редактора, который я посылала с заданием. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Ну, я действительно позвонила в эту городскую клиническую больницу, дом 5, на Стромынке 7. И Ольга зарегистрирована там, она поступила и до сих пор по документации находится там, так как отпросилась на 2 часа. А диагноз? Никто не сказал, уже закрыта больница. Ну, это половина задания, понимаете, все что угодно. Я просто как женщина скажу вам, так не бывает. Либо вы лежите в больнице, истекая кровью, без пульса, без давления, потому что угроза выкидыша. Либо вы здесь для каких-то других целей, а все вместе никак не получается. Я вас прекрасно понимаю. Я сюда сбежала из больницы на самом деле для того, чтобы бороться за свое счастье.
Еще вчера Сергей ко мне приходил, мы друг другу говорили, что любим. Давайте на этом закончим. Да. Спасибо большое, вы проходите в четвертую комнату. Сергей, выбор за вами. В любом случае мы вас поддержим. Первые три невесты и четвертая ваша девушка. Не знаю, что вас с ней связывает. То есть, кто вас обидит, дня не проживет? А, нет, почему живут? Ну, это как бы желание только. Чаще всего ничего не делается. Они уже не живут, а существуют. Я предлагаю всем выйти и поддержать Сергея. Надеюсь, что мы с тобой проведем время, у нас будет возможности для того, чтобы... Поближе узнать друг друга. Конечно. Взаимно. Спасибо. Сегодня у нас есть пара Сергей и Елена. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Очень смело, Лена. Дышишь? Дышишь. 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 Thank you.